А в парке 500-летия в день города летели щепки. Деревья на его территории никто не рубил. Для участников фестиваля резьбы бензопилой материал привезли из Заволжья. За звание лучших боролись 10 мастеров из Ульяновска, Москвы, Воронежа, Белоруссии и Украины. Сначала участники фестиваля фигуры вырезали на скорость. За 45 минут им было необходимо изготовить миниатюрные скульптуры. Задачи справились все, а организаторы сразу же устроили небольшую выставку. Скульптуры в человеческий рост мастера вырезали на протяжении 2 дней. В этом году организаторы решили посвятить фестиваль году экологии. Из деревьев многие решили сделать животных. Кто-то вооружается эскизом, кто-то начинает работу на глаз. За бензопилы берутся профессионалы своего дела. Многие из них уже одерживали победу в престижных конкурсах. Вот люди смотрят и видят, что в данный короткий период можно сделать такие скульптуры. И стремиться к лучшему. Скульптора за это время набирают опыт, приезжая к нам сюда в республику, соревнуются. А люди получают готовые произведения искусства. Сначала, конечно, все это рисуется в эскизе. Если, конечно, после эскиза можно еще сделать маленькую фигурку, то есть некий прототип будущего изделия. Но если, конечно, времени нет, то можно обойтись без этой фигурки. И, конечно, в последнюю очередь все зависит от материала. Бывает, ты эскиз делаешь, смотришь на материал, но никак не подходит. В день города наградили лучших мастеров. Фигурами медведей, котов, птиц, драконов после фестиваля планируют украсить один из столичных парков.